В круглом столе приняли участие представители органов местного самоуправления, общественных организаций, библиотечного сообщества городов Димитров, Доброполье, Кировская, Константиновка, Макеевка, Мариуполь, Угледар, Шахтерск и Артемовского, Володарского, Добропольского, Шахтерского районов, где такие мероприятия прошли наиболее заинтересованно и результативно. На сегодняшний день библиотека Артемовского района численностью 29 библиотек идут в ногу с современной жизнью. У нас, можно сказать, определенные сдвиги. В последнее время мы произвели компьютеризацию сельских библиотек и выиграли программу «Библиомост» в 2012 году. Общественные обсуждения состоялись в городах и районах области по инициативе Украинской библиотечной ассоциации в рамках программы «Через библиотеки к знаниям» при поддержке Управления культуры и туризма областной государственной администрации. Сегодня у нас общественные слушания. Это итоговое мероприятие, которое подводит итоги очень большой трехмесячной работы в городах и районах области, посвященное библиотекам, о роли библиотек в обществе, о состоянии, о библиотечных ресурсах и библиотечных услугах и сервисе, о материально-технической базе библиотек. Это не случайный разговор, потому что сегодня очень много, вернее, недостаточно внимания уделяется библиотекам со стороны органов власти. В течение июля-сентября библиотечные работники и волонтеры с помощью разнообразных форм и методов изучали общественное мнение относительно места библиотек в социокультурной инфраструктуре региона и их роль в развитии общества. Библиотечные работники области специально провели эту акцию. Они хотели выяснить, нужны ли библиотеки нашим громадам и какими они должны быть. В библиотеках, местах массового отдыха граждан, были установлены ящики для пожеланий и предложений. Работали специальные палатки, проводились разнообразные конкурсы, фокус-группы, собрания граждан и тому подобное. Вообще в мероприятиях участвовало свыше 50 тысяч жителей области. С тем, чтобы выявить, нужна ли вообще библиотека, насколько устраивает их та библиотека, которую они ходят, посещают ли они в принципе библиотеку, и что нужно для того, чтобы библиотека стала действительно центром громады. В анкетированиях, уличных опросах, онлайн-опросах участвовало свыше 35 тысяч человек. Почти 100 представителей властных и общественных структур выразили свое мнение относительно этого вопроса в средствах массовой информации. Получены очень хорошие предложения и по улучшению деятельности библиотек, и по отношению власти к библиотекам. И однозначное решение от громад получено, что библиотеки очень нужны обществу, их надо сохранять и развивать. Кира Думская, Александр Пугачев, Первый муниципальный.